сегодня Валентина пришла. Давайте заходите. Подождите, у нас тут целая компания. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказать о череповчанах, которые не совершали никаких ярких подвигов, не занимали какие-то особые важные должности. Но они живут в Череповце, они просто трудятся, просто воспитывают детей, просто члены каких-то общественных организаций, бесплатно занимаются общественной деятельностью. И по большому счету не ждут за это никаких наград. Вот. Поэтому вот это нам хочется это показать. Только что прошел День матери, и поэтому мы решили отправиться в гости к достаточно известному человеку Елене Назимовой. Особенного. То есть Даша, она была в 6 классе, когда мы ее забирали, она училась на тройке, стимула у нее такого особого не было. Но сейчас она вот закончила очень хорошо, она вот в Академии Следственного комитета учится на первом курсе, то есть все поступила она туда сама, молодец. Все живут, в общем, всем хорошо, я тоже, счастлива, но от себя, конечно, зная себя ранее, да, я никогда не думала, что у меня может быть такая семья, потому что я на самом деле всегда на работе. Но на своем примере, да, я хочу им показать, что, если не работать, то ничего не будет. Если, принимаешь ребенка в семью, да, это уже, часть твоей жизни. Это уже без этого никак.